Специалисты службы спасения в очередной раз напоминают о мерах предосторожности на водоемах. К сожалению, не всех эти предупреждения останавливают. Сотрудники госинспекции по маломерным судам совместно со спасателями провели специальную акцию. Они еще раз рассказывали рыбакам, лыжникам и экстремалам, как нужно вести себя в чрезвычайной ситуации. На еженедельном совещании с главой Чувашии просили еще раз напомнить и каждому владельцу снегохода об опасностях на льду. Работы у сотрудников государственной инспекции по маломерным судам много всегда. Сезон зимней рыбалки особенно тяжелый. Несчастных случаев немало, не устают повторять спасатели. Впрочем, тех, кто готов рискнуть собственной жизнью, меньше не становится. Кроме профилактических бесед, других мер воздействия на тех, кто испытывает страсть к подледному лову и экстремальным видам спорта на замерзших водоемах, к сожалению, нет. Лед в оттепель особо коварен, говорят сотрудники МЧС. Из-за перепадов температур он меняет структуру. Внешне хоть и выглядит крепким, но на солнце становится рыхлым и непрочным. Рыболовы со стажем могут шагать по льду десятки километров. Часто случается так, что они теряют бдительность. И многие при этом не имеют даже элементарных средств спасения, что может пригодиться в экстремальных ситуациях, еще раз рассказали рыбакам-спасателям. Рыбак брать с собой веревочку. Другому можно оказать помощь. Данифа Тагирова, Сергей Ильин, Республика.